Значит, ситуация неудовлетворительна, на наш взгляд. То есть, в том числе и СТК сейчас отмечала, что начали расти долги управляющих компаний. То есть, акты сверки идут очень медленно, по некоторым так их и нету. Но хочу отметить следующее, что мы сейчас, в отличие от предыдущих периодов, реагируем на это очень жестко. Все, что должно в нашей компетенции, мы делаем. То есть вот сегодняшнее заседание, после сегодняшнего заседания мы сразу же обращаемся в госжилинспекцию, мы обращаемся в областную, в местную прокуратуру, мы обращаемся в УВД по поводу того, чтобы провести сквозные проверки на тему того, куда деваются деньги жителей, которые жители платят за содержание ремонт жилого фонда, которые платят сейчас в данный момент за горячее водоснабжение. До этого момента это отопление и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия. Как уже было сказано, сейчас мы встречались с прокурором о том, что в ближайшее время начнутся проверки через расчетные центры некоторых управляющих компаний. Сейчас прокуратура определяет, какие это будут управляющие компании, чтобы посмотреть, куда идет движение денег населения, насколько происходят целевые траты. Но еще раз повторяюсь, то есть ситуация, то есть вот, допустим, если даже констатировать ее на сегодняшний день по сравнению с предыдущим месяцем, да, если месяц назад, она практически не изменилась. Она практически не изменилась. Управляющие компании, большинство, делают вид, что у них все хорошо. По моей информации, несколько десятков домов, жители нескольких десятков домов проголосовали за управляющую компанию вот этот сервис, и первую квитанцию вот этот сервис должна выставить в августе. То есть это будут августовские счета. Сейчас идет подготовка фонда, то есть определение, что нужно для того, чтобы подготовиться к зиме. И наблюдательный совет проходит в еженедельном режиме. Более того, мы хотим сделать так, чтобы вот у нас было два раза в неделю, поскольку сейчас идет активная подготовка к зиме. Хочу отметить следующее, что мы хотим сами посмотреть, каким образом, то есть, компания подготовится к отопительному сезону, как она войдет и как отработает отопительный сезон. А штат именно рабочих специальностей слесаря? Да, он набран. Он набран, да. А руководство подскажете, вот оно все то же самое осталось с последнего собрания или кто-то поменялся? Нет. Руководство все то же самое. Директор, а технический Нет. директор? Кто? Технический директор Бочкин. Бочкин. Хочу отметить следующее, что так же, как и в еженедельном режиме мы проводим оперативки, сейчас в ежедневном режиме у нас работает комиссия, которая проверяет, как та или иная управляющая компания готовит свой жилой фонд к зиме. Хочу отметить следующее, что констатирует, к сожалению, по управляющим компаниям, которые относятся к Ватутина 50, практически ничего не сдвинулось с мертвой точки. Это раз. По другим управляющим компаниям у нас меньше нареканий. Мы также по результатам наших технических осмотров нашей комиссии сразу же оформляем актами все это и оформляем жалобу в государственную жилищную инспекцию для того, чтобы она отреагировала на то, что та или иная управляющая компания недостаточным образом готовит свой жилфонд к зиме. Хорошо, какие будут санкции? Сергей Сергеевич, санкции тут, конечно же, у жилинспекции. Это штрафы.